Да-да-да, я вас слышу. Есть предложение. Давайте диверсифицируем ваш портфель. Поскольку вы всегда инвестировали только в транспорт и строительство, у нас есть для вас выгодные предложения по фармацевтике. Тимофей все более подробно вам расскажет. Я уезжаю на неделю-две в отпуск. Какая там за граница? Так, в деревню. В деревню, говорю, уезжаю. К истокам. Угу. Хорошо, всего доброго. Дай посмотрю. Это сейчас что такое модно, да? Привет, Ульян. Здравствуй, здравствуй. Так, стоп. А что с лицом? Такие синяки. Что-то не нравишься ты мне. Работы много. Работы? Ага. Это что, по работе прирулила, да? Ну-ка, стой. Вы что, поругались, да? Бросай ты его, а? Какой-то он мутный. Высказались? Теперь слушайте меня. Мне плевать на все ваши угрозы. Еще раз пришлете своих дебилов, я встречу их с дробовиком. Этого не поймете. Подниму людей. Они вас вместе с вашими халуями в грязь топчут. Это понятно? Я задал вам вопрос. Вам все понятно или нет? Если нет, тем хуже... Тем хуже для вас. Я все сказал. Ульян, у нас еще будет время пообщаться. Ты надолго? Надолго. Ничего себе. Какая нежданная радость. Здравствуй. Привет, пап. Хоть позвонила бы. Пойдем, накормлю. Че замерзла? Привет, Ульяна. Увидимся. Ага. Закрывай калитку. Как доехала? Хорошо, пап. Слушай, здесь все перекопано. Ну ничего, скоро все поправим, и все будет хорошо. Заходи. Ну, рассказывай. Ты о чем это? Пап. У тебя точно так же, как у меня всегда, все написано на лице. Давай, выкладывай, что случилось. Ты что? Просто так приехала к отцу, а его непростой жизни послушать, а? То по полгода носа не кажешь, а тут на недельку, на две. Это не мне надо рассказывать, однако, а тебе. Рассказывай. Мне особо рассказывать нечего, да я и не хочу. Я просто так приехала к тебе. Мне тут спокойно. Ладно, 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 ладно. Преодолеем все, да? Куда денемся? Ты, главное, Настя, не умничай слишком. Вы молодые, шибко умные стали. Пытаетесь все просчитать. А я тебе так скажу. Голова человека – слабое место. Сейчас даже компьютер умнее нас. Вот
ум твой, знаешь, он чем занят? Как бы тебя провести с самой безопасной дорожки, самой привычной? А ведь эта дорожка может и в тупик вести. Ты сердце свое слушай. Я уже не молодой, понимаешь, могу позволить себе такое говорить. Ты вот там внутри всегда сама знаешь, как правильно. Прислушаться только надо. И силу иметь. Не отступить. Кстати, насчет усадьбы нашей. Ты знаешь, что ум мне говорит? Что? Брось, говорит Миша, эту затею к чертовой матери. Погоришь, ой, как погоришь. И правильно говорит. Неправильно говорит. Правильно. Нет. Правильно. Не спорь с отцом. Неправильно. Будет у нас новый детский сад. Отремонтируем, отреставрируем изразцы, повесим люстры, картины. И будут дети в красоте расти. Тогда, может, и людьми самыми красивыми вырастут. Да. Мы в детстве ее очень любили. Ну? Казалось бы, разбитка, а ты прав. Красота. Ладно, пап, я пойду прогуляюсь. Чего у нее не разводить? Да-да, иди прогуляйся, прогуляйся. Свежий воздух всякие невзгоды лечит. Еще принеси, а? Хорошо, мам. Мам, прекрати. Имею право. Оголодала. О, две ягодки пожалела. Соседушка дорогая. Мам. Не мамкой. Я сказала, их ветка сама к нам сквозь забор пробралась. На нашу территорию. Соответственно, шо? Все, что на ветке, все мое. Поняла? Ага. Только территория не ваша. Твой отец, царство ему небесное, тогда забор ставил. За сколько заступил, а? А? Значит так, если тебя что-то не устраивает, вызывай кадастрового инженера. Пусть он решает, что, куда и как заступил. Ты меня поняла? Поняла. Привет. Привет. Клевые кроссы. Да ну ладно, тебе старые. Нет, такие старые. Подожди, у тебя какой размер ноги? 37. Ну, вообще-то у меня в городе лежит абсолютно новая пара кроссовок. Правда, они 38-го, но маломерят. Если хочешь, могу привезти. Круто. Тогда договорились? Здравствуйте. Здравствуй, Настя. Ой, с приездом. Настя, ты видала, а? Они землю захапали, а мы пенсионеру плати. Пенсионеры. Слушай, хочешь? Ну, ставь ты новый забор сама. У тебя ж дыра на дыре. И, кстати, ваш кабыздох к нам повадился. Там, ой, гляди, всех нам кур передавят. Так целый. Ах ты, зараза. Да ваши куры сами вон лезут к нам. Ты погляди, все грядки разрыли. Курица! Отошедшая от забора больше, чем на 5 метров, считается дикой. Ну, привет, Настя. Варакин, привет. Привет. Да, здравствуйте. Привет, Валюша. Ой, Валюша, ты уж не подзуживай, Валь. Снежка в дом. Не ссорьтесь. Ну, как ты? Да, я там хорошо. А где ты вообще, блядь? Сейчас расскажу. Ой, Варакин, ну я рада тебя видеть. Какая ты... Какая я... Нарядная. Да уж, прям нарядная. А вот ты, конечно, выглядишь так себе, я тебе скажу. Как ты вообще? Что ты, чем ты занимаешься? Да так всяк. Добрый день. Мы не в 7-м Б. Валь, может, пора уже как-то все-таки за голову браться? Где ты валялся? Да, это я испачкался в канаве. В канаве с утра? Ну да. Что вечером будет, даже и не загадываю пока. Ой, боже мой, что с тобой делать-то? Так,
Скажи мне, пожалуйста, у тебя жена, дети есть? Как-нибудь жена, трое детей. Слушай, Настен, ты можешь с отцом поговорить, а? Может, пристроить меня куда-нибудь? Я все могу. Могу даже в коровнике убирать. Ой, все, молчи. Звоню. Пап, привет. Да, Настен, что хотела? Я тут одноклассника своего встретила. Варакина Валентина Игоревича. Яблоки еще у нас воровал. Помнишь такого? Так вот, человек работу ищет. Говорит, что жена, трое детей. Этот раздолбай готов работать и делать все, что угодно. И работать хорошо, как он сказал. Что скажешь? Артист. Я так понимаю, что Валентин рядом с тобой. Так вот, передай ему, что мне нужна справка по семенному фонду. Срочно! Михаил Иванович, я вам эту справку еще вчера вечером на почту скинул. Сейчас дренаж проверял и в канаву упал. Вот, я домой зайду, переоденусь и сразу в дирекцию. Настен, передай Валентину, что я буду сегодня после обеда. Кстати, чтоб ты знала, он у меня с полгода уже как главный агроном. Еле уговорил его из агрохолдинга перейти. Они ему до сих пор звонят, золотая голова. Ну ладно, у меня дел много, пока, пока. Пока, пап. Я убью тебя! Иди переодевайся, агроном! Ну прости меня, ты такая грустная была. Кстати, жены и детей у меня нет. Пока нет. Настя! Ты откуда силу-то будешь брать? Твой прадед лошадь поднимал. Да. Так ведь он и ел. Знаете, как он ел? А вот бывало, сядет за стол и горшок щеет и умнет. Горшок. Горшок. Да. Мне вам нужно сказать кое-что важное. Хочешь, так скажи, что себе держать. В общем, недавно ездил в область и встретил там случайно своего однокурсника. Он работает в одной крупной финансовой компании. Вот. Им нужен специалист как раз по моему профилю. И они предложили мне место. Вот. Мы с Мариной, естественно, посоветовались. Все обсудили. И я решил, ну, я согласился. Вот. Надо на следующей неделе уже ехать. На первых порах будем квартиру снимать. Потом, если будет все нормально, а будет все нормально, возьму ипотеку. Опять котлеты пережарила. 40 лет ведь жаришь и 40 лет пережариваешь. Вы, конечно, извините, что вмешиваюсь в вот ваши котлеты. Ты, дорогой зятек, можешь ехать куда тебе заблагорассудится. Но дочка наша и внуки тут останутся. Кушай, давай. Извините, но это моя семья, и мне решать. Сковородку-то раскалять не надо. Тогда и котлеты не подгорят. Потому что вечно огонь раскочегает. Говорила тебе, бесполезно. Да. Я в порядке. Что ты хотел? Ничего, я не грубо разговариваю. Я разговариваю с тобой нормально, особенно с учетом сложившейся ситуации. А ситуация, Тима, в том, что мы с тобой запутались в наших отношениях. Вот я и уехала, чтобы понять, что к чему, разобраться и что вообще нам дальше делать. Да не надо мне помогать. Я для этого и уехала.
Доброе утро. О, что так рано поднялась? Поспала бы. Да выспалась уже. Кофе попьем? Да времени нет кофеи-то гонять. О, пойду целину поднимать. Пап, да какая целина? Вон у тебя порядок везде, любой позавидует. Ага. А отвернешься на минуту, снова целина. Вот так и пашешь всю жизнь. Ладно, пойду я. Вот завтрак. Пап. Да? Я тебя люблю, пап. Здрасте. Ты что это сырость разводишь, а? Ну ты что? Я тебя тоже люблю очень-очень. И всегда буду с тобой. Что бы ни случилось, поняла? Шо? Сереж, что с лицом? Проблемы? Интересно, какие проблемы главного бухгалтера? Есть деньги, считай. Нет денег, отдыхай. Да, смотрю, Ленка, на тебя и не нарадуюсь. Наградит же боженька мозгами. Утро доброе. Доброе. Как наша Настёна? Нормально, заходи в гости. А я зайду. Ульяна! Михаил Иванович. Здорово. Здравствуйте. Я бы хотел с вами переговорить, если можно. Можно, а чего нельзя? Заходи. Заходи, садись. Ну, слушай. В общем, Михаил Иванович, мне предложили место в большой компании в области, так? Финансовый отдел как раз по моей специальности. А откуда вы? Ты что ж думаешь, они мне не звонили? Справки о тебе не наводили? А, понятно. Это, я просто хотел, чтобы вы поговорили с моим тестем, потому что, ну, они уже все, Сергей, что происходит? С родственничками твоими ясно все. Ну, ты мне другое скажи. Чего ты вдруг в город подорвался? Что, в офис потянуло? Кофемашинам? У тебя здесь должность отличная, ответственность, уважают все, но не считая тести с тещей. Да я расти хочу. Врешь. Хочешь расти, за уши себя тяни. Под дождем бегаем, мне бабка моя говорила. Не хочешь говорить. Твое дело. Все, давай иди работай. Я тоже делом займусь. Извините. Спасибо. Давай. Я смотрю, ты никак не уймешься. Да мне плевать на это твое последнее предупреждение. О чем поговорить? Хорошо. Буду. Давно приехала? Да, вчера. Надолго? Да не знаю, как. Время покажет. Ты, говорят, в городе поднялась. Прям поднялась. Ну так. Работаю. Как ты, Кирюх? Ну, уезжал отсюда. Пожил в городе недолго. Не зашло.
Охота хозяйство свое открыла там за Филипповской горкой. Еще есть проекты. Угу. Так получается, вот кто у нас поднялся. Да. Молодец. Выглядишь ты, конечно, огонь. Да ладно, спортом занялась просто. Настя! Настя! Я тебя везде искала. Что случилось? Михаил Иванович, он погиб. Упал враг змеиный. Что? Похоже, что он шел по краю обрыва и сорвался. Странно это все. Ведь он эти места знает, как свои пять пальцев. Ну, эксперты ничего подозрительного не нашли. Но по итогам вскрытия уточнят. Это вы его нашли? Ну да, я тут проходил мимо, но я его и увидел. Вот так жизнь человеческая. Раз и все. Несчастный случай. Это бред. Это просто бред. Это невозможно. Это какой-то бред. Ну, а какие варианты? Ну что, столкнули его, что ли? А кому это надо? Да никому. У Михаила не было врагов. Но вот в последнее время он какой-то встревоженный был, что ли, как чувствовал. Что? Я говорю, в последнее время он был какой-то встревоженный, смурной какой-то, вот как не в себе, понимаете? Да. Да, это уже ты заметила. Давно это у него? Да, давно. Ну, примерно с полгода. С полгода. Да, знаешь, я ему говорил, я говорю, ну что у тебя случилось? Может, тебе помощь какая-то нужна? Так он же все шутил, все ему шуточки. Значит, я буду разговаривать с Блохиным. Он заместитель там кого-то в следственном комитете. Пускай работает. Я знал полковника Блохина. Замечательный человек и профессионал был. Умер полгода назад. Что? Ты что, рехнулась, что ли? Как ты мог? Как ты мог? Так, как? А ну-ка, заткнись! Ты знаешь, кто ты? Ты знаешь, кто ты? Слушай меня внимательно. Я никакого к этому отношения не имею. Ты поняла меня? Услышала? Только попробуй с кем-нибудь поделиться своими дебильными соображениями. Так жить невозможно. Я поговорю с женой. Тима, у меня умер папа. В смысле? Как умер? Что случилось? Как сказал следователь, это несчастный случай. Мои соболезнования. Помощь нужна? Когда похороны? Послезавтра. Тим, багажник открой. Слушай, давай я приеду. Скинь мне адрес. Ты не приедешь. Я приеду. Скинь адрес. Иди, пожалуйста, тебя там зовут. Все, давай. Ну чего там? Thank you.
Артем, дорогой, а ты чего это не в президиуме? Не позвали, что ли? Да, мать. Это для него теперь не уровень. Поднимай выше. Он же в область собрался. Что ему наш президиум? Антош-то, внук мой, пишет, что на повышение пошел. Ага. Знаешь, кем стал этим? Ой, мен, ой. Ментом, что ли? Да нет, менеджером. Mm. Да, обещал, скоро приедет. Уважаемые акционеры, прошу внимания. Первое наше заседание без Михаила Ивановича. Давайте почтим его память. Думаю, я не совру, если скажу, что для каждого из нас он был близким и дорогим человеком. Всех помнил, о каждом заботился. Будем и мы его помнить. Ну, а теперь, как говорится, о прозе жизни. Вы все получили доклад нашего главного бухгалтера о состоянии дел в нашем хозяйстве. Вы знаете, что долги по зарплате уже 2 месяца. Оборотных средств не хватает, долги по кредитам растут. В общем, ситуация очень серьезная. И мы не видим, как можно ее решить. Выходов 2. Либо наше хозяйство, нашу Зарю, объявят банкротом, либо мы, не дожидаясь этого, заявим о самоликвидации. А в чем разница-то? А разница в том, что при банкротстве будет подключено внешнее управление. Ну, потом долгая процедура, там, кредиторы будут решать, как с нами поступить. А при самоликвидации мы сами занимаемся своим имуществом, ну, продажей. Ну, техника, там, земля. И уже сами распределяем финансы. Вот. А долги тогда мы можем не отдавать? Нет, долги отдавать надо. Что в лоб, что по лбу. Лучше уж тогда ликвидироваться. А то что, придет чужой дядя и будет нашим добром распоряжаться? Да, Настя, что сказать хотим? Вы меня, конечно, извините, я плохо верю своим ушам. Сама ликвидация, вы серьезно? Хорошо. Хорошо, что дальше? Куда дальше? Вы думаете, вам там в городе красную ковровую дорожку уже расстелили и приготовили рабочие места? А жилье? Вы думаете, это так легко? Здесь продал, там купил? Вы хоть на секунду понимаете, что вообще значит начинать все с нуля? Да, я понимаю. У хозяйства есть проблемы. Но все решаемо. У нас есть люди, у нас есть земля, у нас есть инфраструктура. А тяжелые времена, кризисы и прочие проблемы бывают в любом деле, это нормально. Просто сами на секундочку подумайте, сколько своих сил, труда и энергии вы вложили сюда. И вы хотите просто пустить сюда чужих людей, которые здесь все разрушат? Настен, ты меня прости, но ты конкретно-то что предлагаешь? Я предлагаю и прошу вас... Дайте мне 1-2 недели для решения финансовой стороны этого вопроса. И как ты ее решишь? Тебе не все равно? Человек предлагает помощь, так пусть помогает. И все верно. Верно говорить. Да, все. Тише, тише, тише. Ну и что, они согласились? Ну да. Твою мать! Ну все, теперь все мои планы псу под хвост. Настя еще упертая, как не знаю кто. Хуже, чем ее отец. Ты-то о чем думала? Как ты это вообще допустила? А что я могла сделать? Вот что? Встать, орать, Настя, дурь, не справится? Все, значит, на круто предприниматель. Все.
Ну, не спорь, Лена, что она нигде не поверит, но ей поверили, потому что она была настолько... Да замолчи ты уже, наконец! Дай подумать. Так, ладно. Решу этот вопрос с другой стороны. Позвоню тебе, помощница. Андрей Владимирович, сейчас сельское хозяйство в приоритете. И самое время вкладываться. Я не отрицаю, что у хозяйства есть проблемы, но они скорее субъективные. Потому что рабочий персонал есть, техника и земля тоже. Просто, как это говорится, черная полоса, которую нужно переждать. Если вы вложитесь, вы не пожалеете, я вам это обещаю. Хорошо, подумайте. Думать он не будет. Настя! Привет! Привет. Ты, я слышал, подписалась Зарю спасать? Ну, как спасать? Так, оказать первую помощь. Ну, маленькая, отважная птичка. Угу. Ну и как успехи? Да как, трудно. О, еще один. Надо попробовать. Настя. Настя. Ты слишком загружена. Так нельзя. Бизнес любит легкость, ты же знаешь. Настя. Отдай. У тебя очень напряженный голос. Твои потенциальные инвесторы тут же почувствуют засаду. Так нельзя. Тебе нужно расслабиться, освободить голову. Так что сегодня... Черт, нет, сегодня не получится, а вот завтра мы с тобой едем в райцентр, сидим в ресторане. Хорошо? Хорошо, отдай. Точно? Да точно, точно, ну! Ты вообще не изменился. Ну, другое дело. Алло, Виталий Степанович, здравствуйте. Это вас беспокоит Анастасия. Я по поводу спонсирования сельского хозяйства. Вы с нами поделились? Нет? Да, я вижу. Только похороны были неделю назад. Прости, я правда не смог. Слушай, я уже перестала верить твоим обещаниям, поэтому я не ждала тебя. А мне было плохо без тебя. Мы это уже проходили. Ой, я хочу, чтобы ты еще раз выслушал. Слушай, когда ты была рядом, я не понимала, насколько я счастлив. А уже потом, когда ты уехала, я начал мучиться. Где это? С кем? Что мне делать? Ты меня спрашиваешь? Да. Я тебя спрашиваю. Что мне делать? Тим. Настя. Как мне без тебя жить? Правда, тебя очень не хватало. Ты торопишься? Совсем нет. Ты торопишься? Слушай, ну мне просто сегодня ужин с клиентом. Слушайте, меня прошу, тебе не надо ничего говорить. Уходи, пожалуйста. Уходи. Уходи.
Вот как же, да. А пускай приходит и отмечает. Добрей бывало. У вас тут что, какие-то дела? Настя, слушай, что у нас по зарплатам? Мы уже сидим сколько времени без денег? Ну, вы же знаете, я работаю над этим вопросом. Да что нам твои попытки? Нам деньги нужны! Вот именно. Тебя за язык-то никто не тянул. Сама пообещала решить проблему, ну решай. А как мы ликвидировали бы хозяйство бы? И деньги бы были бы у нас. Вы же прекрасно понимаете, это довольно трудоемкий процесс, и делается-то не быстро. Что-то шибко долго у вас получается, не скоро, пока. А детей нам чем кормить? Вот ты будешь придешь и платить за квартиру. Ни хлеба не купить, ничего. И как жить-то? Детей нам чем кормить? Что делать? Я как услышал, что ты в деревню уехал, даже не поверил. Мои соболезнования, кстати. Да, спасибо. Так я не понял, ты что, решила сельским хозяйством заняться? Да нет. Я просто хочу помочь людям. Пока был жив отец, все было в порядке и держалось как-то на плаву. Но после его смерти все полетело, ну, сам понимаешь. И к тому же у них нет нормального лидера. Зачем ко мне приехала, догадываюсь. Борь, нам нужны оборотные средства. А ты всегда был единственным спасательным кругом для нас с Тимофеем. Настя, спасибо за добрые слова, конечно, но то была ваша фирма. Сейчас дело совсем другое. И бизнес другой, и состояние хозяйства тоже. Вы же деньги вовремя не вернете. Да вернем мы деньги вовремя. Ну ты же видишь, хозяйство огромное, оборот большой, год вообще хороший. Я видел ваши документы. У вас проблемы. Ну, Борь, ну, пожалуйста, ты моя последняя надежда. Но это не повод, чтобы терять работу. Понятно. Спасибо за помощь. И не надо обижаться. Это бизнес. Это даже не мои деньги. Счастливо оставаться на чужих деньгах. Всего доброго. Алло, Тим, можешь говорить? Да, могу. Как у тебя дела? Да нормально. Слушай, Тим. Да. А что с голосом? Обычный у меня голос. У меня к тебе просьба. Выкупить как можно скорее мою долю в нашей компании. Очень нужны деньги. Подожди, подожди. Ты что, выходишь из нашего бизнеса? Если тебе деньги нужны, я могу одолжить? Да нет. Одолжить меня не спасет. Мне необходимо закрыть хотя бы основные проблемы. Ты с ума сошла? Есть золотое правило. Не вкидывать в бизнес собственные деньги. Послушай, Тим, если мне нужен будет твой совет, ты будешь первым человеком, к кому я обращусь. А пока просто выполни, пожалуйста, мою просьбу. Хорошо. Постараюсь оформить как можно скорее. Вот именно постарайся, потому что иначе мне придется продавать ее на сторону, а это вряд ли тебя устроит. Да, вряд ли меня это устроит. Я так и думала. Ну что ж, тогда жду денег. Пока. Ты извини, я ничего лучше не нашел. Немного бумерский такой букетик получился. Все хорошо. На самом деле я очень люблю красные розы. Ну как ты? Держишься? Да да. Папа всегда меня учил. Вне зависимости от обстоятельств нужно держать хвост пистолетом. Да. Папа твой железный был человек. Настоящий мужик. Да, я очень скучаю по нему. Первый год будет очень тяжело. Я по себе знаю. Но потом будет легче. А, ладно, давай сменим тему. Как твой бизнес? Бизнес? То у вас бизнес в столице, у нас так. Зато никаких тебе костюмчиков с галстуком. Никаких офисов, бизнес-ланчей. Не аллергия на всю эту муть. То есть, в целом, ты своей жизнью доволен? Да. Но, как говорится, за свободу надо платить. И какую цену ты платишь? С культурным досугом тут глухо. У меня же беда.
Я не пью, Настя. А для русского мужика в деревне это хуже смерти. Мужское общество сразу до свидос. Ну, остается женское. Ох, Настя. Я же правильно помню, ты белое пьешь? Я-то да, но... Насколько я помню... Спасибо. Я-то да, но... В школе я вроде бы не пила. Это вроде. Да? Ничего-то ты не помнишь, Настя. Так, подожди. Ты говорил, что ты не пьешь. Это в мужском обществе. То есть в моем можно? В твоем нужно. Я, если честно, немного рабею перед тобой. Кирилл, ты рабеешь? Серьезно? Вот ты не веришь. А я думала о тебе все эти годы. Все, прекрати. Ну, правда. Ну, посмотри на себя. Какая ты красивая стала. У тебя есть кто-нибудь? Кирилл. Я тебя отобью, клянусь. Ну, вот как-то так. Ну, бывает. Ну что? Что? Когда снова увидимся? Ой, честно признаться, я не знаю, потому что в данный момент своей жизни я сама себе не принадлежу. Ну, может быть, я чем-нибудь тебе помогу? Я не знаю, чем ты мне можешь помочь. Ну, могу выслушать тебя. Посоветовать что-нибудь. Позвонишь мне? Ладно. Ладно. Я в банк. Деньги пришли. Позвони, пожалуйста, Сергею, чтобы он был после обеда. Нужно начать выдавать зарплаты. Настя, ты серьезно? А откуда деньги? Продала фамильные бриллианты. Настя, ну правда, ну... Да. Ой, ну здорово, Настя, здорово! Немного. Держать это. На. Спасибо. Ну? Хорош. Я даже затылок ударила. А то. О, Зятек, дорогой, мы с тобой из чего крыльцо-то делаем? Из обрезной доски.
Тьфу ты. Я что-то задумал, сейчас переделаю. Да что ты переделаешь? Зачем? Загубил 6-метровые хорошие доски. Сереж, а ну-ка постой, повернись. Чего? Ага, чего? Вот так вот. А я не замечала. Отец, у него обе руки левые. Обед готов, идемте. Мать, тут дело не в руках, тут дело в голове. Хватит! Полдесять у меня уже сидите со своими шуточками-прибауточками. Ха-ха! Сереж, ты чего? Ничего я! Попей вот на, остудись. Какая муха ты его укусила? Да та же, что и вас. Все не можете проехать мимо него, чтобы оглобли не задеть. Да вернется, куда он денется. По-моему, переборщили, отец. Да ладно. Следующий. Давай, давай, иди. Здравствуйте. Здравствуйте. Фамилия? Петрова. Да я знаю, Петрова. Так. Вот здесь распишись. За 2 месяца у тебя, да? Рублей должна будешь. Спасибо. На здоровье. Ой, Настя, да. Спасибо. Так деньги нужны были. Да, пожалуйста. Давай, пока. Пока. Здрасте. Фамилия. Почти Петров. Привет. Привет. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Это что, новый слоган твоего охотхозяйства? Кстати, отличная идея. Поехали погуляем. Да нет, я домой устала очень. Да ладно, поехали. Полчасика всего. А куда? А вот сюрприз. Давай, 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 поехали. Ну хорошо, поехали. Обалдеть. Все прям как в детстве. В детстве. Не такое уж это было и детство. Прекрати. Я не подумаю. Пошли. Кирилл, да куда ты меня тащишь? Аккуратно. Господи. Пойдем, покажу кое-что. Да подожди, да я иду. Смотри под ноги. Давай, 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 давай. Пришли. Буквально обрушились на нас. А что ты испугалась? Ты же смелая девчонка. Кто тебе это сказал? Ну, я вижу. Народ зарплатами хвастается. Где ты взяла деньги? Банк кредитов тебе не давал. И вот, Настя, я ломаю голову. Ты что, в рулетку выиграла? Это не важно, где я взяла деньги. Нашла. Женщина-загадка.
Да. Слушай, я тут подумал, хотя вряд ли тебе это устроит, еще непонятно, что твои акционеры на это скажут. Да говори, говори. Я прикинул, у меня есть свободные деньги. Мне, конечно, не хватит, но я могу взять кредит в банке. Так вот, может, я выкуплю земли за РИП? Зачем тебе это нужно? Пригодятся. У нас же общие границы. Перенесу на землю Зари свое охотхозяйство. Строю там пруды для рыбзаводчества. Рядом поставлю коттеджи для рыбаков. Ну, что еще? Не знаю. Могу организовать стрельбище для своих клиентов. Ну, как тебе такой план? Ну, да. Ну, да. А теплицы, коровники, сады, поля, все под снос. Ну, что теперь поделаешь, Настя? Ну, хозяйство наладом дышит. А я предложу хорошую цену. И вашим людям рабочие места дам. Тебе не будет столько рабочих мест. Ой, я тебя умоляю. Да по-любому половина из них в город уедет. Но это же нормальная ситуация. На место неэффективного хозяйства приходит более успешное, выгодное. Я сделаю тебя своим замом. Деньгами не обижу. Кирилл, м? Как давно ты это придумал? Да вот только что. Не ври мне. Ты это спланировал очень давно. Настя! Послушай меня. У нас ты бываешь редко. Зато активно интересуешься, как у нас там обстоят дела. Чего ты несешь? Замолчи. А потом он мне говорит про какие-то чувства, про воспоминания. Замолчи. Меня от тебя тошнит. Давай хоть до дома довезу. Ой, да что происходит? По малости чуть по миру не отправились. Прежний председатель-то помер, с обрыва сорвался. Да ты его знаешь, Михаил Иванович-то. Так вот, и все прахом после него пошло. Вот. А мужики-то они как куры перед паровозом, только крыльями-то и трещат. А делать-то ничего не могут. Короче, ба, хватай мешки, вокзал отходит. Пакуй чемоданы и в город. Ой, да ты, да слушай. Настя-то решила дело поправить. Ну, дочка Михаила Ивановича-то. Угу. Настя может. Я в школе только ее боялся, и нашего трудовика. Настю больше трудовиков не дрался. А мне чего было в раздевалке подглядывать? Она вообще у нас малохольная. Ты знаешь, что надумала? Наобещала инвесторов, шместеров каких-то. А что в результате-то? Из своего кармана дыр заткнула? И к тому же и пришли. О, нам же какая широкая душа. Ой, душа, да. Да нам бы кого с мозгами. Антох, я чего хотел тебе сказать-то? Ну, я вот нашим-то всем говорил, что ты в городе фирму устроился и в гору пошел. Ну, что вот занят много, и поэтому не ездишь. Давай так тоже говори, а? Ладно. Короче, будем считать, на фирме срок отбывал. Да хватит ты, говори ты, вон ешь давай, все свое. Ешь. Ой, кушай, кушай, моя хорошая.
Настя, здесь проходи. Привет. Слушай, есть таблетка от головы? Раскалывается люто. Там, на буфете где-то. Спасибо. Может, тебе чай, кофе? Покормить? Да нет. Ты в курсе, что у тебя Серега через забор лезет? Да, он сейчас у меня живет. Блядь, не важно, что живет, почему он через забор-то лезет. Да я понятия не имею. Может, потренироваться решил. У нас тут фитнеса не хватает. Привет. А про калитку не слышал? А, так быстрее. А, понятно. Весело тут у вас, однако. Да, кстати, хорошо, что ты пришла, потому что у меня есть идея. Какая? По поводу денег. У тебя есть семена, чтобы выращивать зелень. Ты же агроном. Ну, по поводу зелени, само собой. Но я предпочитаю зарабатывать деньги в нашей национальной валюте. Так, я заинтригована. Помнишь, откуда у нас местные доставали песок для строительства? Да, у Васильева ручья. Вот. Опа! Серег! К тебе тут гости. Спасибо. Привет. Что пришла? Не надоело по чужим людям жить? Домой не пора? А у меня есть дом. Перестань. Я знаю, мои родители не сахар. А ты мимо ушей пропускай. Не слушай их. Потерпи. Натерпелся уже, спасибо. Дети у нас, помнишь? Помню. А им очень полезно для детской психики видеть, как их отца унижают, да? Сереж, ну пожалуйста. Что ж ты меня оставила на съедение-то? Я тебе предлагал в город переехать. Ты не согласилась. Вот теперь так. Да ну не могу я. Как ты не понимаешь? Это моя семья. А я? Ты тоже. Тоже. Понятно. Короче, поживем пока отдельно. И не приходи сюда больше. Поняла? Вот. И результаты, итоги какие-то такие. К сожалению, проблемы удалось решить только частично. Небогато. Да, я согласна. Мы сделали намного меньше, чем хотелось бы, но сдаваться еще рано. Дождемся, поздно будет. Иди уже, а! Финансист. Посла так посла. Тихо! С этим пунктом все понятно. Давайте переходить к следующему пункту повестки. Выборы нового директора нашего хозяйства. Какие будут предложения? Давай. Я так мыслю. Нам нужен молодой мужик. Энергичный, из здешних. Чтобы мы его знали. Сём, ты чё? И я так подумал, а чем Кирилл Паничкин не годится? Он из наших, в делах разбирается, в бизнесе у него все ровно. Пусть руководит, а? Тихо, тихо, тихо. Знаете, я, конечно, не акционер, но я здесь вырос. Мой отец был учителем в местной школе. И мне не все равно,
все то, что сейчас происходит с Зарей. Мне есть чем заняться, у меня свой бизнес. Но если я вам действительно нужен, то я в вашем распоряжении. Ой. Настя, ты чё? Ты уже все сказала. Ой, и сделала тоже. Да, я все сказала и все сделала, что могла. И я собираюсь уезжать. Но прежде чем я уеду, я должна сказать, что Кирилла директором делать нельзя ни в коем случае. Потому что ему абсолютно наплевать на вас и на Зарю. Ему нужна только наша земля, на которой он построит свои новые коттеджи для своих же новых клиентов. Хорош ты, думал! Послушайте, пожалуйста. Все, ну, тише. Да хорош уже придумывать. Настя, ты всегда к нему неравнодушна была, а он тебе ноль интереса. Вот ты и вымещаешься. Конечно! Давайте голосовать! Сначала послушайте меня! А потом будете голосовать за кого хотите. Да, вы действительно правы. Я была влюблена в Кирилла, но это было в школе. Потом он меня бросил. А после смерти моего отца этот человек снова начал за мной ухаживать. Он водил меня в ресторан и в усадьбу. О, и что в усадьбе? Давай подробнее. Народ же интересно, а? В усадьбе? А в усадьбе он сделал мне предложение. Вау! Горько! Горько очень, и не говорите! А предложение было следующего характера. Этот человек просил меня продать вас. Что, правда, что ли? Он предложил мне тепленькое местечко с хорошей зарплатой за то, что я вас продам. Да. Да, это действительно правда. А вы думали, что он назовет вам настоящую цену и купит за настоящую цену? Этот человек воспользовался вашим отчаянием во благо достижения своей цели, чтобы заиметь здесь все за копейки. И ему вы хотите доверить свое хозяйство? Короче, Кирюха, тебя снова продинамил. Мы это поняли. А ты теперь сказки рассказываешь. Давайте голосовать-то уже. Чего ты городишь-то? Ну, тише, тише. Раз тихо. Так, хорошо, хорошо. Вы выдвигаете свою кандидатуру. Я выдвигаю свою. Это я. Ой, Настя, ну хватит уже надо. Ну все, все, все. Уже все Есть у нее идея. Есть. Есть. Настя, помнишь, что мне говорила? Ну, давай, я сейчас сам. Я напомню. Помните место у Васильева ручья, где вы всегда песок брали? Мы с Настей провели геологоразведку, и выяснилось, что там 500 000 кубов песка. Можно начинать разработку. Да, 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 да. Примерная цена 800-900 рублей за один куб. Какая геологоразведка? Ну, да, я сегодня вечером пришла информация, я просто не успел тебе сказать. Где ты взял деньги? Да так, скопил. Что, вот реально можно продавать? Да. Послушайте! Мне кажется, вы несколько преувеличиваете ценность ваших активов. Земли, которую, как я, как некоторые выражаются, собираюсь себе захапать. Ваш предыдущий руководитель довел дела до ручки. Единственное, о чем вам сейчас нужно думать, это о том, как выбраться из этой ямы, в которой вы все оказались. Песочком тут ничего не засыпешь. Отец, ты, да, Михаил Иванович, не трожь! Да. Он тут всю жизнь... Все! Давайте переходить к голосованию. Вот две кандидатуры. Смеш, ты куда? Погуляю. Так, чтобы 10 была дома, ты меня слышишь? Ну что, поздравляю тебя, новый председатель. Я сама не ожидала. Если бы не ты со своим песком... Какой песок? Это так, понимаешь? Они же как дети. Им настоящий человек нужен, чтобы за них и в огонь, и в воду. Я вот только одного не могу понять. Тебе зачем все это нужно? По правде сказать, я и сама не понимаю. Ну ты даешь. Ну, я не могу на это все смотреть спокойно. Это дело жизни моего отца. Он всю свою жизнь на все вот это вот потратил.
Я не хочу, чтобы было как у Чехова. Приехали дачники и вырубили весь вишневый сад. Настя, ты такая красивая. Валя, поехали завтра в администрацию по поводу карьеры с утра. Хорошо. Снежан, привет. Привет. Вот, держи, как и обещала. Ого. Обалдеть. Дорогие. Это не важно. Носи на здоровье. Ух ты! Целый председатель к нам в гости пришел. Здрасте, тетя Кать. Ну, здравствуй. Может, чайку? Да нет, спасибо. Некогда, меня ждут. Это кто там, Валька, что ли? Угу. Ох, со школы по тебе сохнет. Никто ни по кому не сохнет. О, ну гляди. Хорошего дня. Настя, спасибо. Носи на здоровье. Я вам ничего не подпишу. Простите, а можно узнать, почему? Я, как глава местной администрации, считаю, что перевод земель из сельскохозяйственного назначения в земли промышленности не в интересах нашего района. А чтобы мы загнулись в интересах нашего района? Нужно лучше управлять хозяйством, тогда не загнетесь. Да что вы говорите? У нас вон в районе дороги все раздолбаны. Мусор по обочинам. Кто же этим всем так хорошо управляет-то, а? Валь, спокойно. Мы управляем, как умеем. И ищем любые способы, чтобы заработать. Не нужно разрушать нашу природу. Мы ничего не разрушаем. Да плевать ему на природу. Ты видишь, это бесполезно просто. Вы стали бурить без утвержденного проекта геологических работ. А это грубые нарушения. Настя, да он на Панечкина работает, а не с Кириллом давние кореша. А это уже клевета, и за нее вы можете ответить. Сколько он вам заплатил? Так, все. Нам все понятно. А с вами, Василий Олегович, мы увидимся в суде. Всего доброго. Всего доброго. Валь, на самом деле, спасибо тебе большое. Да с чего? Зря съездили только. Нет, мы съездили не зря. Первый раз нужно было поговорить так. Во второй раз будем говорить в суде. Настя, давай сходим куда-нибудь вечером, а? Нет, извини, я не могу сегодня, очень много дел. Увидимся. Ага. Привет. Привет. Слушай, напомни мне, пожалуйста, найти нового зоотехника, хорошо? Да, хорошо. Спасибо. Привет. Здрасте. А вы куда вообще? Добрый день. День добрый. Здрасте. Не сильно занят? Я вас слушаю. Хотели вас пригласить. Наш шеф очень хочет с вами обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества. Мы на машине. Тут ехать полчаса. Значит так. Я скажу вам следующее. Я прекрасно знаю вашего шефа, и мы уже обсудили любые перспективы и любое сотрудничество. Я думаю, что вы... Вам думать будет полезно. Послушайте мой совет. А шефу самому передайте. Чтобы он шел на... Это понятно? Всего Уходим. Доброго. До свидания. До свидания. Вот они, городские девушки. Откуда что берется? Вообще-то это не смешно, Ульян. Чего ты с ними так резко? Потому что заслужили. Да! Здрасте. Привет. Здравствуйте, Антон. Можно? Заходи. А что вы хотели?
Ну? Да хотел спросить, может, место для меня найдется? Интересно. Вы же у нас крутой менеджер. А что, в городе дело не пошло? Да вот потянуло в деревню. Ха, бывает же. Слушай, Тох, ну, для крутого менеджера, прости, у нас мест нет. Ну, могу быть помощником. Или кем угодно. Правда? А? Резюме есть? Нет. Могу написать. Ну, так пиши, чего стоишь. Ждем. До свидания, Антон. До свидания. Настя, этот менеджер на зоне сидел, только что вышел. Об этом все знают. Тоха? Угу. Ты серьезно? За что? Ну, вроде бы за драку. Не знаю. Ну, а чего он нормальный был пацан? Да я помню. Так, он будет работать у нас. И вообще, я считаю, вне зависимости от ситуации, каждый человек заслуживает второго шанса. Правильно? И ты собираешься его... Да! Я собираюсь. Антон будет у нас работать. И ты работай. Угу. Спасательница. Их было двое. Возраст около 35 лет обоим. Ростом они повыше вашего будут. А одеты были в черное. Почему вы решили, что именно они устроили здесь погром? Да потому что уроды! Этого мало. Они вам что, угрожали? Нет. Ну, а чего они хотели? Мне поступило от них деловое предложение, которое меня совершенно не устроило. И все? И на этом основании вы считаете, что они... Да, Александр! Это совершенно не важно, они это или не они. Я высказала вам свое предположение. Дальше уже дело за вами. Работайте, ищите. Естественно, будем искать. Это наша работа. Ну, всего доброго. Всего доброго. Грязно тут у вас. До свидания. Настя. Ты мне скажи, что эти парни хотели? Что нас всех убьют, а я не знаю, за что. За что, за что? В ценах на песок не сошлись. Вот за что. Ну, понятно. Так, пора про зиму подумать. Нужно закупить соль, лизунец для лосей и оленей. Потом прикорм для кабанов. А я чего думаю? Силос можно у Зари заказывать. И нам проще, и им деньги. И от потравы они страдать не будут. А то наши кабаны постоянно к ним забегают. Есть с Зарей, это, конечно, хорошо. Но, боюсь, не получится. У меня с нынешней председательницей натянутые отношения, запутанные. Да вы все успеваете. Она же вроде недавно приехала. Ты о чем вообще? Я не об этом. Она меня как-то демонизирует, что ли. Считает меня исчадием ада. О, легка она по мне. Ты что, решил меня напугать?
Давай не здесь. И вообще не понимаю, о чем ты. Да что ты говоришь, не понимают. А это не твои ли люди разгромили мне дирекцию? Чего? Того, Кирилл. У меня теперь все в моей голове сложилось. Пока был жив мой отец и его человек из Следственного комитета, ты боялся вообще что-либо предпринимать. Но как только этот человек из Следственного комитета умер полгода назад, ты почувствовал свою власть и понял, что можешь припугнуть моего отца. Мой папа тебя послал куда подальше. Ты решил его убить. Послушай меня. Ты мне за все ответишь, ты меня понял? Настя, ты рехнулась. Пошел ты! Да. Силоса от них мы не получим. Твою мать. А ну отдай! Да вы что? Антон, подкрался? Да ладно. Не такой еще и страшный. Привет. Помогу? Давно тебя не видел. Ты красоткой стала. Да, я знаю, мне часто говорят. Ты как? Ну так, решил немного отдохнуть от городской жизни. Ну, правильно сделал. Лучше, чем у нас, не отдохнешь. Слушай, а давай как-нибудь в кино сходим? Ясно? Родители не отпустят. Да. Да нет, при чем здесь родители? Пойдем. Ну, если что-то интересное будет. Или на концерт. Или на концерт. Прошу. Боря, глянь, кто к Снежанке приклеился. Моховое воспитание во всей красе. Может, родителям скажу? Не, не надо. Не наше дело. Пойдем. Да что ты меню? Пойдем. Зачем ты приехал? Ничего себе. Вот это теплый прием. Ну, вообще-то я тебя не приглашала. Ну, на самом деле, я приехал поговорить. Присядем. Слушай, мне кажется, ты совершаешь большую ошибку. Нет, ну, правда, я понимаю, что ты вышла из бизнеса, но ты что-то хочешь открыть свое? Можно сказать и так. Меня выбрали новым председателем «Зари». Я остаюсь здесь. Да, это какая-то ерунда. Участвовал. Нет, я, конечно, понимаю, что ты принимал решение на эмоциях, но чтобы жить здесь, а заниматься сельским хозяйством, где ты, а где сельское хозяйство, ну, правда, ерунда. Все уже решено. Да что решено-то? Ну, это не важно. На самом деле, мы же хотели быть вместе. Мы должны быть вместе. Мы будем вместе. Ой, Тим. Я уйду от жены. Я уже 1000 раз это слышала. Послушай, на этот раз все серьезно. Все зависит от тебя. Скажи «да» и... Я не скажу «да». Потому что я устала ждать тебя. Я очень долго тебя ждала. И я перегорела. Настя. Я больше ничего от тебя не хочу. Приезжай, пожалуйста, домой. Я очень устала. Пока. Пока. Может, проводишь меня? Настя, давай так. Я еще раз приеду, и мы обо всем с тобой поговорим, хорошо? Ова. Это о чем я думаю? Может, когда я уеду, да? Это тебя не касается. Наоборот. Это как раз меня касается. Ты что сделаешь?
Мне надо с тобой поговорить. А ты мне не ответил? Да, не ответил. Прикинь. Ты что, такой резкий, а? У тебя проблемы, что ли, какие? Слышь, ты, проблема. Езжай отсюда! Езжай отсюда! Тим, ты в порядке? Отстань ты! Опа! А мы тебя ищем, ищем. А ты, оказывается, съехал. Заныкаться решил. Хитрый. Думаешь, отдельно ночуешь. Мы семью твою не тронем. Тронем, тронем. Слушай, сюда, умник. Будешь рассказывать нам все, что там творится. И делать то, что мы тебе скажем. Завтра принесешь копии всех финансовых документов. Понял? Тебе один раз обратились, ты не помог. Больше тебе так не повезет. Так накажем, кровью умоешься. И ты, и баба твоя, и мелкие. Я сам по себе. А если жену с детьми тронете, не поздоровится он. А он смелый. Глупый он. Больше предупреждать не будем. Я понял. Тексты у них такие. Текста ударники пишут, а музыку басист. Ну так, на троечку отыграли. Да ладно, тебе хорошая группа. Я их, знаешь, сколько переслушал? Не таких реально крутых. И где же ты их слушал? По клубам в городе, в барах. А я уже думал, они на зону приезжали. Че? Антон. Нет, что ты сказал? Че ты нам тюхиваешь? У нас каждая корова знает, что ты с зоны откинулся. Менеджер. Антон! Ты че, больной? Зэк хреном! Антон, ты свихнулся? Ты что делаешь? Ты обратно захотел? Жень, в общем, я говорила с зоотехником. Ой, да бесполезно это. Да, я и сама поняла это. Мало того, что человек не знает своей работы, так еще от него несло, как... В общем, я его уволила. Справитесь как-то сами, пока я ищу нового сотрудника. Ну, что делать? Не впервой. Слушай, Настя, тут какие-то люди появились, не наши. Ездят по поселку и предлагают купить акции Зари. Ты что еще за новости? А ты вот у людей спроси. Настя, ну вот уже... А Балакоша... Во всех домах уже были, во всех. Уже у всех поспрашивали. Так, я не понимаю, почему мы молчали? Настен, да это ж только вот-вот, на днях произошло. Никто еще ничего понять не успел. Просто, Сема, у тебя соображалка медленно работает. К вам же люди поезжали на черной машине. Ой, у тебя прям других делов нет, да? Чтоб к нам сквозь забор глядеть? Так, я все поняла. Слушай, надо разговаривать с людьми, собирать их, просить, чтобы никто ничего не продавал. Иначе купит контрольный пакет акций и все. Хотел бы я знать, кто на нашу землю глаз положил. Да известно кто. Меня другое интересует. Эти люди прекрасно знают, у кого сколько акций и кто хочет их продать, потому что деньги нужны. Да, а кто не будет продавать? Вопрос в том, откуда они берут информацию. Кто-то сливает, и этот кто-то явно прекрасно знает, что у нас тут происходит. Настя. Настя, чего? Да ничего. Да отдай. Настя. Я просто посмотрю. Отдай. А в какой момент своей жизни ты вдруг так плотно начала общаться с Кириллом, что аж по 10 звонков в день? А что, нельзя? Да нет, можно. Просто нам интересно, людям интересно. Расскажи, о чем вы с ним общаетесь, беседуете. Наверняка ты рассказываешь ему, как обстоят наши дела, иначе откуда он все знает? Не твое дело. Не твое дело.
знаем теперь, кто у нас крысятничает. Эй! Здорово. Здорово, пацаны. Тебе привет передавали. Да? Да. Хватит с него. Молчи. Живее будешь, понял? Проверить технику для карьера. Возможно, нам понадобится в аренду 2 экскаватора. У нас еще суд впереди. Валь, все выиграем. Чихни на меня. Что? Но я хочу заразиться твоим оптимизмом. Ну? Что ты здесь забыла? Кирилла избили. Он в больнице. Что? Кто избил? Кто неизвестно, сегодня утром никто ничего не знает. Допрыгался. В каком смысле? Это уже тебе известно. В какие вы с ним там игры играете и кому вы перешли дорогу. Ну, вообще в поселке все знают, что он подрался с твоим. Да, он подрался с Тимофеем. Дальше что? Да нет, я не верю, но люди поговаривают, что он мог кого-то нанять, чтобы отомстить. Это бред. Да. Все это полный бред. Ладно. В каком он лежит, в больнице? Районный? Да. Поеду его проверю. Поеду проверю его. Закрой, пожалуйста, дверь. Да, хорошо. У него травмы средней степени тяжести. Ушибы мягких тканей, трещины ребер. В общем, опасности для жизни нет. Это хорошо. Я бы хотела его увидеть. Нет. Пока посещения запрещены. А вот через пару деньков, если все будет в порядке, тогда пожалуйста. Ну, а следователь его был вынужден разрешить, так как у него потребность по работе. Подождите, ну мне буквально на пару минут. Хорошо, я вас поняла. Привет, Тим. Привет, чего хотела? Слушай, ты помнишь этого парня Кирилла, с которым ты подрался? Какого парня? Ну, помню. Его опять избили. Ты имеешь к этому хоть какое-то отношение? Слушай, ты с ума сошла? Я к этому никакого отношения не имею. Это деревня на тебя так действует? Совхоз головного мозга? Тим, все, ладно, пока. Здравствуйте. Добрый день. Вы разговаривали с Кириллом. Как он? Соответственно, полученным травмам. А кто это сделал?
А вы не в курсе? Если бы я была бы в курсе, как по-вашему, я бы задавала этот вопрос? А у меня есть основания полагать, что вам кое-что может быть известно. Я не очень понимаю ваши намеки. Да какие намеки? Кстати, драка у него была с вашим знакомым? Ну, драка — это громко сказано. Какое это вообще имеет отношение к делу? Еще древние римляне говорили. После того не значит вследствие того. Но, думаю, в данном случае связь есть. Всего доброго. Кстати, мне кажется, мы еще с вами встретимся. И не раз. Как, Кирилл? Слушай, Ульян, я просто поражаюсь твоей наглости. Настя! Нет, ладно, я понимаю. Ты продала и предала меня. Но ты продала дело жизни, смысл жизни моего отца. Ты это понимаешь? Ты вообще понимаешь, что произошло? Я тебя спрашиваю, ты понимаешь? Он заставил меня. Да. Я не знала, я как правда... Как он тебя заставил? Что он с тобой делал? Руки тебе выламывал? Батареи пристегивал? Бил, может быть, тебя? Что он делал? Стой! Скажи мне, пожалуйста, это люди Кирилла пытались выкупить акции или нет? Я не знаю, Настя, честно. Если бы я знала, то я бы... Ульян, иди. Иди. Ты что это тут делаешь-то? Не видишь, забор разбираю. Это зачем? Переносить надо. Надоело, что вы нашей землей пользуетесь. Здравствуйте. О, председатель, смотри, что, самозахват тут. Вот эти полметра наши! Наши! Вызывай кадастрового инженера. Да ради бога, вызову. А забор не трожь. Может, это вы еще, наоборот, к нам заступили? Да. Ну, сейчас тебе. Что, сейчас тебе? Что ты все сломился? Сейчас тебе. Что достали вы уже? Да подождите, не ругайтесь! Что вы ругаетесь? Мы тут не знаем, как там дальше жить, а вы из-за каких-то 30 сантиметров готовы бошки друг другу поотрывать. Стыдно должно быть. Ладно, Семен, дождемся инженера. А, Борь, нам еще поливать пошли. Ульяночка, ты Антоху-то моего не видала? Не видала. Так ведь с вечера нету, ну вот куда делся-то, а? Пап, Маш, отстань, а! Ой, отстань. Господи Иисусе, Антоша, Антон, вставай, а? Да что же делать-то? Вставай давай, шалопута, вставай, вставай, вставай. Оставь меня, ба, какой смысл? Да что ты делаешь-то, а? Ну-ка давай, вставай, негоже на крыльце-то валяться, а? Ма. Давай, держись вон за меня, держись. Пошли, ма, пошли домой. Ой, тихонечко, давай, идем. Идем, держись. Ба, все равно все знают. Говорили мне,
обратно, как раньше, не будет. Ой, иди, горюшка мне. Идем, мой хороший. Ложись, ложись. Ой, ты горе мое. Обратно ведь, как раньше-то, не будет. А что делать-то, а? Что делать? Давай, давай, ложись, ложись, мой хороший. Ложись давай, все. Все, давай. Спи, спи. Ну, ладно. Вроде бы деревню вывезли. Из девушки, если не приглядываться, конечно. Чё сама с собой разговариваю? Настя, а ты бы хотела стать главой местной администрации? Прекрати. А я бы хотел. А чего из себя? Сидишь, плюешь в потолок, кто-то по делу приходит, его в шею. Чтоб не мешал плевать. Прошу всех встать. Присаживайтесь. Решение областного суда по иску публичного акционерного общества «Заря» главе районной администрации, гражданину Худякову Василию Федоровичу, по факту, суд решил признать отказ местной администрации в переводе земли ПАО «Заря» из сельскохозяйственного назначения в промышленный, противоречащим действующему законодательству Российской Федерации. Yes! Простите. Скажите, пожалуйста, вы будете обжаловать решение суда? Зря радуетесь. Ваши проблемы только начинаются. Валь, 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 Валь! Не надо. Этот мерзавец еще и угрожает, а? Да не угрожает. А как это, по-твоему, называется? Ну, я считала это как предупреждение. О чем? Не знаю, о чем. Сразу понятно, что ему абсолютно плевать на наш карьер. Проиграл и проиграл. Ну, вид был очень озабоченный, скажи. Ты верно, было такое. И непонятно почему. Еще вся эта история с Кириллом. Все как-то мутно. Слушай, нам надо поторопиться, если хотим успеть к покупателю. Да, да, да. Слушайте, вы зря упираетесь. Ну вот что вас не устраивает? Цена нас не устраивает. 400 рублей за куб – это очень хорошая цена. И я беру у вас весь объем, все, что вы будете добывать. Послушайте, Дмитрий, вы почему-то считаете, что можете называть нам свою цену. Но это не так. Мы тоже навели о вас справки и знаем, что вы строите два больших дома. Соответственно, то количество песка, которое имеется, его более чем достаточно. Вывод следующий. Вы хотите продавать его сами. Причем сам он будет продавать по 1000 рублей. В два конца хочет заработать. Хитер мужик, а? Ну, вам какая разница, что я буду делать с вашим песком? Ну, раз не хотите, не то... хотим. Ой, все, пойдемте, будем сами продавать. Подождите, подождите. Вы понимаете, что вы говорите смешные вещи? Вот мне делать нечего, как только перепродавать ваш песок. Слушай, а как будем продавать, в розницу или мелким оптом? О, сами придумали продавать. Да это геморрой, не то слово. Мы грузовики в лизинг возьмем. Да, нужны еще тару, это мешки, палеты. Угу. Ну хорошо, хорошо. Назовите вашу цену. 700. 750. 700? Договорились. Спасибо. Все доброго. Очень рад. Ну, как ты? Нормально. А почему тогда не выписывают? Перестраховываются. Ты же не про меня пришла узнать. Это тебе мог рассказать доктор. Или в регистратуре.
Ты хочешь узнать, кто меня избил? И это тоже. Это тоже. Именно это. Вы, небось, подумали, что это твой? Нет. Конечно, это не он. Не волнуйся, я следователю сказал то же самое. Вообще, этих людей первый раз видел. Ты говоришь, что видел этих людей в первый раз. Но, тем не менее, ты на 100% уверен, что это не Тимофей. Почему? Мне так кажется. Ты точно знаешь, кто их послал? Настя, не лезь в это дело. Знаю, не знаю, все равно ничего не докажешь. Кирилл, ну скажи. Я тебе еще раз повторяю. Не лезь в это дело. Тебя это не касается. Меня это не касается. А то, что мне разгромили дирекцию, это меня касается, как по-твоему? Я была больше, чем уверена, что это твои люди, но теперь уже сомневаюсь. Правильно делаешь, что сомневаешься. Ну кто они? Серьезные люди. Кирилл! Ничего больше не скажешь? Ничего. Ты боишься? Представь себе не только за себя. Все. Ладно, выздоравливай. Я нас поздравляю. Первый платеж за песок прошел. Хоть какие-то перспективы вырисовываются. Так, какие у нас первоочередные задачи? Детским садом надо заняться. Там крыша течет. Детского сада не будет, люди разбегутся. У нас просто очень много со школьниками. Значит, будем ремонтировать? Да нечего там ремонтировать. Здание аварийное. Сегодня-завтра эксплуатацию запретят. А вообще, хорошая идея была у твоего отца по поводу усадьбы. Ну, конечно, денег на ремонт много, но стены крепкие, не с нуля. Значит, будут деньги. Пока что можем как-то там сами пошуршать, поработать, посмотреть, что мы можем сделать. Как раз заработаем. Только потом уже будем вызывать бригаду. Можно сначала расчистить все, ну там старую краску содрать, разметить, где там электрика будет. Это можно и самим. У нас люди отвыкли бесплатно работать. Послушай, мы же не на какого-то там дядю, а сами на себя. Все, что заработаем, все наше. Просто понимаешь, у людей в подкорке записано, что их деньги прикарманят. Значит, надо убирать у них это из подкорки. Послушайте, если мы не будем друг другу доверять, у нас ничего не получится. Короче, пишем объявление. Кто придет, тот придет. Все. Загорелся-то. Так, подождите, а где мой этот помощник Антон? Вообще-то он этим должен всем заниматься. По моим предварительным и проверенным данным, он в глубоком запое. Отлично. Значит, отрабатывает второй шанс. Два! Ну, будь человеком, сгоняй за пивом, а! Ну, ба! Ба! Ну, чё я ору, а тебя где-то носит? Сходишь за пивом? Уже бегу и волосы назад. Я тебе сейчас такое пиво устрою. Настя? Для кого-то я Настя, а для тебя лично я Анастасия Михайловна. Встань! Черт! Не тряси, я сейчас сдохну. А встань, Антон! Послушай меня сюда. Скажи мне, пожалуйста, ты хочешь слить свою жизнь в унитаз или что? Ты сейчас никому не нужен и не будешь нужен. Я пожалела тебя, я пожалела твою бабушку. Чтобы завтра был на ремонте детского сада. Это понятно? Завтра же выходной. Или нет? Твой последний выходной был сегодня. Ба. Привет.
Привет. Привет. Праздник раскрепощенного труда? Широкие народные массы. Да. Всем здрасте. Может, сейчас за пивасиком слетаю, чтобы веселее работать было? Нет, ну реально, Валь! Антон, ну какое у тебя пиво? Ты себя видел? Я еду тогда, а вы эти. Хорошо. Что? Антон, зачем ты пьешь? Потому что один раз выпил. Ты не один, ты уже несколько Послушай. Дней. Послушай. Если пью, значит, есть причина. Знаешь, жизнь такая. Я не хочу, чтобы ты пил. Ого. Не будешь? Послушай, Антон, мне совсем не важно, что с тобой было тогда. Правда? Вспомнила? Он там. Да, здравствуйте. Я хотел бы заказать такси. От центральной больницы. Нет-нет-нет-нет. Такси отменяется. Никто не пришел. Слушай, у нас народ как старый трактор. Заводится с третьей попытки. Это тебе не город. Ну, ты же понимаешь, людям нужен хороший лидер, которых будет мотивировать. Всем этим занимался мой папа. Теперь нет ни папы, ни друзей, да вообще никого нет. У тебя есть я. Спасибо тебе за это. Настя, все у тебя будет хорошо. Ты справишься. Правда? Валь, это лишнее. Прости. Просто ты... Ты единственный друг у меня, и я не хочу это портить. Да, понимаю. Больше такого не повторится. Пока. Пока. Где эта наша красота неописуемая, а? Он идет. О, ну-ка иди сюда. Давай, отец. Чтобы я тебя с этим Антоном даже рядом больше не видел.
Это чего вам только сейчас донесли? О, как это мы осмелели последнее время. Уходит она, значит. Приходит, шляется где хочет. Ну, мы тебе добра желаем. В голове-то пусто еще. И в усадьбу эту ты зачем пошла? Бесплатно она решила работать. Развели нам тут Советский Союз. Слушайте, я устала. Поругайтесь тут как-нибудь без меня. Антон, между прочим, очень хороший. Просто не повезло человеку. Вы знаете эту историю, он не специально туда попал. Он драку разнимал. Случайно, не случайно. Жизнь-то под откос. Ну, не пара он тебе. Я сама решу, кто мне пара, а кто нет. Ясно? Я тебе говорила. Говорила тебе, что все это бесполезно. Она вот с самого детства со школьной скамьи на этого Антона облизывалась. Он скотина. Ну ничего, это ее жизнь, пусть она ее калечит теперь сама. Свою голову не приставишь. Сорок 4, 31. Благодарю, всего доброго. Да. Можно? Да, проходи. Работать пришел? Ага, я сейчас по поселку шел. Видел машину незнакомую. И народ возле нее, не наш. И? Все, никаких и. Я тебе просто говорю, у нас чужие шарятся. Может, Кирилл что мутит? А может, те, кто его побил? Ты номера записал? Нет, сразу к тебе. Антон, скажи мне, пожалуйста, что мне делать с этой информацией? Добрый день. Вы позволите? Проходите. Яцков Игорь Владимирович, предприниматель, вот пришел поговорить о возможном сотрудничестве. Анастасия Михайловна, присаживайтесь. Благодарю. Каким бизнесом занимаетесь? Вы знаете, самым разнообразным. Строительство, розничная торговая сеть, переработка продукции сельского хозяйства. И что вы хотите нам предложить? Насколько я знаю, вы уж простите, вы как менеджер понимаете о важности информации. Так вот, я, разумеется, навел справки о вашей заре. И насколько я понял, у вас есть некоторые проблемы, которые можно было бы решить, если привлечь крупного инвестора. Что может предложить инвестор? Ну, что может предложить инвестор? Конечно, деньги. Это я понимаю. Что он хочет взамен? А вот это уже тема для переговоров. Ну, все зависит от количества инвестиций. Но в идеале, конечно, это возможность участия в руководстве хозяйства. Я прекрасно понимаю инвестора. Он хочет вложить деньги и в дальнейшем влиять на их судьбу. А вы все ловите с полуслов. Спасибо, я знаю. Благодарю вас за предложение, но мы ценим свою независимость. Угу. Понимаю. Игорь. Владимирович. Игорь Владимирович, извините, у меня очень много дел. Конечно. Конечно. До скорых встреч. Всего доброго. Привет! Привет! Каким ветром тебя сюда занесло? Да, вот, мне сказали, что ты здесь. Решила проверить, как тут обстоят дела. Это ж ячмень. Да, угадала, ячмень. Так зачем ты сюда пришла? Про посеву поговорить? Ага. Хорошо, давай поговорим про севооборот.
Предлагаю на следующий год засеять кукурузу на силос. Как считаешь? Да. Да. А вдоль железной дороги в этом году клевер первого пользования. Ага. А на следующий год предлагаю бананы. Коровы их просто обожают. Да, здорово. Ага. Настя, ты о чем думаешь? Я согласна с тобой. В чем? Да во всем. Почему ты на меня так смотришь? Настя, послушай меня. Я на тебя не обижаюсь. Все будет по-прежнему. Я хотел попросить у тебя прощения за то, что я такой идиот и не сразу понял твое ко мне отношение. Я все уяснил, и больше такого не повторится. Отлично. Тогда я поехала. Да, хорошо. Пока. Пока. Черт! Снова здравствуйте. Здравствуйте. Так, что у нас тут приключилось? Да вот, колесо прокололо. Ага. Вить, Кость! Ребят, займитесь. Домкрат же есть у вас? Да, где-то там есть. Ну и хорошо. Послушайте, а что вам ждать-то? Давайте я вас доброшу, ну а ребята потом машину пригонят. А это удобно? Это удобно. Прошу вас. Спасибо вам. Здравствуйте. Спасибо. Как же это вы решились сменить жизнь в городе на деревенскую глушь? Вы даже и это знаете? Конечно. Ну, во-первых, это не глушь, а мой родной дом. Я здесь выросла. Вас можно понять. Места здесь прекрасные. Я, собственно, поэтому здесь дом и построю. Правда? Да. А давайте-ка я вам свой дом покажу. Игорь Владимирович, извините, но у меня очень много работы. У меня, правда, очень много работы. Я понимаю. Как вам? Да, у вас красиво. Да. Игорь Владимирович, моя машина. Ну, я же вам сказал, ребята ее пригонят. Давайте я вам пока участок покажу. Идемте. Я вот грешным делом не люблю, когда все вылизано. Вот эти вот регулярные парки, я путешествовал по миру. Что Версаль, что вот японский сад, ну, это не мое. Все должно быть естественно.
обидно. Вы не представляете, сколько я ругался с дизайнерами. Троих я выгнал, двое сами ушли. Так что все вот это дело рук моих. Но зато и результат. Да, я отдыхаю здесь душой. Ну, а вам наверняка тоже, ну, ближе естественный ландшафт. Не так ли? Да. Моя машина приехала. Угу. Игорь Владимирович, спасибо вам за все, за помощь. Я, пожалуй, поеду. Ну, куда же вы поедете? Я вам еще дом не показал. Прошу вас. Идемте, идемте. Ничего лишнего, только удобство и функциональность. А я так понимаю, вы уже знакомы, да? Ну что ж, тогда я не буду вас друг другу представлять. Прошу вас, присаживайтесь. Ладно. Позвольте мне объяснить ситуацию. Я начал с того, что прислал к вам своих людей. Ну, с предложением о встрече. Ну, вы им отказали в довольно-таки резкой форме. Признаюсь, меня это задело за живое. Только позже я понял, что вы приняли их за представителей вашего старого знакомого. Я вам хотел показать, что строптивость наказуема. Ну, и мои ребята немножко покоцали вашу дирекцию. Да. Ну, не самое лучшее мое решение, каюсь. Очень эмоционально. Ну, так или иначе, вы не отреагировали. Но я и заключил, что вы не совсем адекватны. Вы не боитесь опасности. Вот только наша с вами личная встреча меня убедила, что все гораздо хуже. Вы личность чрезвычайно упрямая и несговорчивая. Вот поэтому я и пригласил вас к себе в гости. Игорь Владимирович, что вы хотите? Ну вот, вот. Вопрос не только резонный, но и своевременный. Я хочу, чтобы вы подписали инвестиционный договор, который постепенно даст мне контроль над вашим хозяйством. Нотариус уже ждет в соседней комнате. Я не буду ничего подписывать. Послушайте, если вы хотите уйти отсюда живой, подпишите. Я же вам сказала русским языком, я не буду ничего подписывать. Подпиши. Ты вообще куда лезешь? Я подпишу точно такой же договор на свою фирму. У нас не то чтобы есть выбор. Я правильно понимаю, что вы в сговоре? Настя, здесь все очень серьезно. Да пошел ты! Ты не понимаешь! Фу! Что вы делаете? Ну. Это просто, чтобы у вас не было пустых подозрений. Мы с ним не в сговоре. Добрый день. А вы Настю не видели? Сам ее ищу. Мы виделись утром, потом перестал выходить на связь. А какие у него были планы? Я не знаю, не докладывал. Просто села в машину и уехала. Им
имя, отчество, фамилия и подпись. Угу. Теперь на втором экземпляре. Угу. Так, а наши экземпляры? Ну, нотариус заверит все договора, и мы дадим вам ваши экземпляры. Получим свои экземпляры и уходим. Ты же на машине? Да. Вот. Поедем на твоей. А то моя машина, она... И пешком же идти. Уходим! Давай, давай, давай! Ключ от машины. Зажигание. Где? А ну за ними! Бегом! Бегом! Вернуть! Твою! Поехали, поехали! От них оторваться. Черт. Давай, давай, давай! Уходим. Не парься. Баба и мужик поклацаны. Далеко не уйдут. Завали. Ты их провтыкал, давай тебя ищи. Да пошел ты! Дойдем. Кто он? Яцков. Криминальный авторитет. Бизнесом занимается. Все земли отжал. Понятно. Пока у моего отца были свои люди в Следственном комитете, все было нормально. Яцков его боялся. А потом этот человек умер. Яцков убил твоего отца. Что ты сказал? И ты молчал? Я хотел, чтобы ты осталась в живых. Не очень-то это у тебя получилось. Зачем на наши земли? Через наш район должна пройти трасса, которая входит в национальную программу. Яцков получил инсайт. Скоро эти земли станут на вес золота для застройщиков. Но выкупать их нужно прямо сейчас, пока информация закрыта. Вот такая вот причина. Вроде чисто. Уходим. Подожди. Они реально хотели нас убить? Разумеется. Мы же можем оспорить договор. Я даже знаю, на кого они нас с тобой повесят. На кого? На парня твоего. Перенервничал, переревновал и убил нас обоих. Годная версия. А я они под эту версию все подрихтуют. Вон они! Где? Да вон! Thank you.
Нельзя останавливаться. Чуть-чуть осталось. Беги. Дойдем до людей. Дениса. Давай. Шеф, мы на краю поселка. Свидетели могут быть. Вы бараны, вы их раньше, что ли, поймать не могли? Что, не было понятно, куда они побегут, что ли? Надо было перехватить, я не знаю. Я вас обоих. Так что нам делать? Так, ладно. Все, пусть уходят. Мы их потом закроем. Стой! Стой! Где ты была? Что случилось? Во что он тебя втравил? Давай только без драк. Я сейчас немного устал. Ничего, мы просто гуляли. Просто гуляли? С ума сошла? Я здесь всех на уши поднял. Ну, так, Юра, что сказать? Поехали домой, там расскажу все. Настя. А. Алло, давай. Настя, у тебя все хорошо? Что происходит? Хорошо. Тимофей тебя нашел? Ладно. До встречи. Все, отбой, она нашлась. Ну, слава богу. Да. Вот, и мы подписали договора, они отвлеклись. Потом у нас была возможность удрать. Подожди, подожди, получается, ты уголовник хотел то же самое, что и Кирилл? Ну, типа захапать твои земли? Захапать. Ну, сразу видно, топ-менеджер. Суть уловил и сформулировал научно. Угу. Как есть, так и говорю. Чем ты лучше? Может, тем, что у нас сейчас дырка во лбу лежала бы, если бы не я? Ничего, что я здесь вообще нахожусь. Прости, Настя. Просто бесит. А это абсолютно взаимно. Слушай, ты... Мужчины! Вы чего вообще? Нас чуть ли только что не убили. Сели оба. Устраивают. Нам надо думать дальше, что нам делать. А что думать? Надо обращаться в полицию. Тут и наш менеджер, обращаться в полицию. Ты ему что, про следователя ничего не сказала? Слушай, ты меня уже достал. Все, успокойся. Ицков всех купил. Так что обращаться куда-то нет смысла. Это мы еще посмотрим. Они однозначно говорили, что хотели нас убить. Не просто договорили. Они нас преследовали. И если бы догнали, у вас сейчас было бы два трупа. Они вас били, пытали. Да. Ударили один раз. И все. Вот эта царапина. И больше никаких следов насилия. То есть, если нет следов насилия, то нет дела. Я правильно понимаю, товарищ следователь? Ах, ну и каким образом я смогу доказать, что все сказанное вами правда? Так вы же у нас следователь, а не мы. Вот и не учите меня работать. Прелесть. Доволен, менеджер? Спасибо, товарищ следователь. Мы вас больше не задерживаем. Вот именно. Чего звали, если доказательств никаких? Пустой треп и трата моего времени. Калитку закройте. Выглядит аппетитно. Слушайте, ну после всего я предлагаю выпить. Менеджер, а ты начинаешь мне нравиться. Вижу реальные деловые достоинства. Слышь, ты, Егерь, утомил. Где у тебя стаканы? Да вон. Только я не буду. Будешь, Настя, будешь.
Ну что, предлагаю выпить за Настю. Нашла себе приключение на голову. Пусть они хорошо закончатся. Кстати, ты нашла себе уже заместителя? Вообще-то есть. Первого инженера, почему ты спрашиваешь? Ну, на кого-то нужно дела ставить. Так я никуда отсюда не собираюсь. Так, это уже не смешно. После того, что был? Слушай, они меня слишком сильно разозлили. И я никуда отсюда не денусь. Ну, а ты чего молчишь? Скажи ей. Пусть сама решает. Отлично. У этого гормон в голове. Это все на эмоциях. Так, все, мне пора. Послушай меня. Послушай ты меня. Я уже тебя наслушалась достаточно. Хватило. Понятно все. Картошка, кстати, холодная. Но вкусная. Кирилл, слушай, я не успела тебя поблагодарить. Да ладно? Я же и себя спасал тоже. А, ну тогда благодарность отменяется. Мне не нужна благодарность. Знаешь, что мне нужно? Что? Прости меня. Я подумаю. Я тогда видел это все как-то по-другому. Не хотел тебя обидеть. У меня была цель. Мне нужна была земля для бизнеса. Ты человек, с которым можно договориться. Ну, эмоции надавить. Ну, и полезно для дела, и приятно. Очень интересный взгляд. Ну, правда. Я не видел в этом что-то ужасное. Веришь? Наверное, я верю. Ну вот, теперь как-то неудобно. Ты классная. Короче, зря я так. Друзья? Друзья, друзья. А в будущем, может быть... Кирилл, что в будущем может быть? Настя, ну ты зацепила меня. Если бы не этот чертов бизнес, я бы всерьез... Ты выбрал бизнес. Ну, решил совместить. Я никогда не рассматриваю предложение о совместительстве. Стало быть, я прогадал? Получается так. Ничего, ничего. Жизнь длинная. Да если повезет. О, да. Ладно. Пока. Пока. Хорошо, что он ушел. Настя, мне кое-что тебе нужно рассказать. Я ушел от Иры. Я ей все рассказал, расставил все точки и теперь мы можем быть вместе. Тим, уже слишком поздно. Нам нужно успокоиться, сядь и поговори. Так я спокойно. И спокойным тоном тебе говорю. Я больше не люблю тебя, и мне ничего от тебя не нужно. Вообще ничего. Это из-за него? Ты про Кирилла? Угу. Он тут ни при чем. Я про тебя говорю. Мне от тебя ничего не нужно. Так, нам нужно просто сесть и поговорить, правда? Телефон, извини. Да, Валь? Настя, у нас новая засада. Система водоснабжения накрылась. Воды нет ни в домах, ни в хозяйстве. Ну, вот так. Покрути кран, сама увидишь.
Ну чего? На обеих насосных станциях электродвигатели полетели. Из-за чего это произошло? Да я не знаю. Ну, может, скачок напряжения какой. Оба сразу? А специально повредить могли? Ну, кому это надо-то? Ну, Гриша, кому надо, это уже другой вопрос. Могли или нет? Ну, теоретически, да, могли. Скажи мне, пожалуйста, ты заказал новые двигатели? Я пытался. Фирма, которая их обслуживает, говорят, что у них в наличии нет, ждут поставок. О, какое совпадение. Так, Гриш, я не знаю, что хочешь, делай, звони в другие фирмы, ищи где хочешь, но чтобы новые двигатели у нас были. Хорошо. Настя, что происходит? Где ты была? Что случилось? А что происходит? Все нормально? Да я вижу. Валь, все уже нормально. Настя! Так, что мы имеем? Какое количество колодцев сохранилось? Примерно треть. Не всем нравится вода из скважин. Колодцев на всех не хватит. Быстро вычерпывают. Ну, на первое время у жителей есть вода, это уже хорошо. А что касаемо хозяйства, то... В коровниках воды нет. В теплицах овощи погибнут в течение пары суток. Антон, закажи доставку воды в цистернах. Ульяна, сделай график доставки воды. В жилые дома и детские сады. Ну, а с остальным мы... А с остальным мы сами не справимся. Надо ехать к Худякову. Пошли. Приходится. Угу. А белье будем стирать на речке. По старинке. Да еще с песней. Точно. Теперь жди, еще электричество отключат. Угу. Борь, хорошо у нас на чердаке еще дедушкин керосиновая лампа осталась. Слава богу. А так и будет. Спасибо Насте, руководителю нашему. Спасибо. Водой наполнишь, и тяжелее станет. Ну и не упадет. Улица под уклон. Точно коркнется. А придерживать? 100 литров воды ровно центнер. Пожалуй, ты придержишь. Гляньте, кто к нам идет. Если за водой, то извиняйте. Самих нет. Нужно сверху ремнями перетянуть. А у тебя есть ремни-то? У меня нет, у вас есть. В сарае брезентовый. Крест-накрест перетянуть и до дома дотянем. Дело, говоришь. Ну, давай, тащи ремни. Давай. Да пошустрее. Ага. Аля, что деется? Куда еще залить? Так это, давай это, ванночку детскую. Так мы же не навоз возили. Так никто и не предлагает из нее пить. Для полива и пойдет. Ой. Добрый день. С водой помочь? Да, спасибо, Антон. Сами управились. Ты бы еще вечером пришел. Ну или вообще послезавтра. А? Прости, в дирекции был занят. Хорошая у вас там команда подобралась. Теперь понятно, почему воды нету. Ну нет, так нет. Я пошел? Бочка ваша течет. Че? Где? Жара стоит невыносимая, и нам необходима вода. Я-то в чем виноват? Да никто вас ни в чем не обвиняет. Просто мы просим вашей помощи. Нам необходимы цистерны для питьевой воды и полевые сборные водопроводы. Пока что будем качать воду из озера. И где, по-вашему, я все это возьму? Из кармана выну? Магистральные водопроводы есть в МЧС. Обратитесь к ним. Это проблема вашего хозяйства. При чем здесь МЧС? А при том, что это именно чрезвычайная ситуация, самое что ни на есть. И нам нужна помощь администрации. Ваша помощь. Но... Давайте без «но». И сделайте в своей жизни хоть что-то стоящее, чтобы в старости было что вспомнить.
Я не знаю. Василий Олегович, пожалуйста. Ладно, постараюсь. Только из личной симпатии к вам имею слабость к красивым женщинам. Давай. Валь. Да. Больно. Спасибо тебе за все. Ну что, расскажешь, что случилось? Да, ой, извини. Ага. Да? А что ж ты не сказал, что у вас здесь катастрофа? Нет, мне соседи рассказали. Я набрал воды во все, что можно. Сама? Зачем сама? А может быть, я не хочу, чтобы ты сама. Слышишь? Угу. Ну, что я хочу сказать? Я нас поздравляю. Дело сдвинулось, воду уже доставляют. Область еще две цистерны выделила. Отлично. Спасибо МЧС, воду из озера тоже стали подавать. И в коровнике, и в теплице. А для полей хватает? Так не очень, но полив идет. Гриш, когда будут новые двигатели? Завтра. А старые проверили? На предмет намеренного повреждения? Да не успели, не до того было. Ну, разберем, посмотрим обязательно. Тоже думаешь, что диверсия, да? Ну, в свете последних событий... Это Яцков. Другой никто это быть не может. Потому что именно ему нужно создавать нам проблемы и настраивать народ против нас. Да. Народ забаламутили, настроение так себе. Мол, при Михаиле Ивановиче такого не было. Это, конечно, Насть глупости, но так говорят. А если бы задавил? Так ты смотри, куда едешь, а то реально задавишь. В поле? Кого? Нас! Че, мужики, что хотели, а? Хороший вопрос. У тебя сколько акций вашей Зари? 400. Продать не хочешь? Хочет, по честной рыночной цене. Тебе позвонят и скажут, куда подъехать, оформить продажу. Уловил? Уловил, он же не дурак. Ты же не хочешь, чтобы тебе дом сожгли? Из-за каких-то паршивых 400 акций. Конечно, не хочет. Ну, бывай. Работай дальше. Простите, не подскажете? Добрый день. Добрый. Давайте помогу. Спасибо. Не подскажете, где улица Чкалова? А, так пойдемте. Мне по пути, я покажу. Отлично. Вот согласитесь, интересно, когда по названию улицы можно определить, когда строился поселок. Вот если есть улица Чкалова, значит, это конец 30-х, верно? Нет, вы не правы. Наш совхоз в конце 40-х строили. Там и поселок поставили. Интересно. Да. А вы кому на Чкалова? Я? Да. К Ларисе Владимировне Пряхиной. Чкалова 8. А зачем она вам, если не секрет? Не секрет. Хочу у нее акции вашей Зари купить. С чего вы взяли, что она собирается их продавать? Так она не собирается их продавать. Я ей сделаю такое предложение, от которого она не сможет отказаться. Вы так думаете? Конечно. Она женщина одинокая, ребенок. Если есть голова на плечах, то она не будет упираться. Уловила! И когда тебе позвонят, ты тоже продашь свои гребаные акции. И не дай бог, мне сюда еще раз из-за тебя приезжать придется. Добрый день! А кто вас учил по чужим участкам без спроса ходить, а? Ну, мы хотя бы здороваемся.
Ты не ругайся. Мы с улицы кричали. Ты, видимо, не слышишь. Вот решили зайти. А ты чего пришел здесь? Вежливости учить, что ли, а? Ну и с кем тебе разговаривать? Эй! Мы к тебе по делу. Акции хотим купить твои. К тебе обратятся, и не отказывайся. А то мы не будем больше бить тебя. Сразу убьем нахрен. Они были у половины людей нашего хозяйства. И у каждого просили продать свои акции. Эти разговоры как-то зафиксированы? На диктофон, на телефон? Да ну нет, конечно. Какой человек может быть подготовлен к тому, чтобы к нему подошли и начали угрожать? Да и вообще, как вы себе это представляете? Включать диктофон при бандитах? Убьют и не посмотрят. Ну, насчет убьют — это уже преувеличение. Возможно, они действовали не слишком корректно. Но ведь и не предлагали деньги за акции. Не бесплатно их требовали. Мало предлагали? Так ведь при рынке живем. Это вопрос торгов. Нет-нет, тут нет повода для расследования. Что вы, серьезно? Как понять, нет повода для расследования? Я вам говорю, десятки... Минуту! Ни один из этих десятков не писал заявление. Да ну, конечно. Потому что люди элементарно боятся. Вон одного человека, пенсионера, избили. Это тоже вам ничего не доказывает? Это тоже не нужно расследовать? Этим уже занимается полиция. Но, насколько нам известно, этот пенсионер пострадавший характеризуется не очень. Человек неадекватный, постоянно спорит и ругается со своими соседями. И что, это повод избивать человека? Я этого не говорил. Но случай возмутительный, этим уже занимаются. Я просто хотел сказать, что это больше похоже на бытовой конфликт. Это больше похоже на то, что вы не хотите заниматься своим делом. Вот на что это похоже. Но попомните мои слова. Вами скоро займутся. Алло, Тим, привет. Слушай, у тебя есть номер Виктории с областного телевидения? Набери ее, пожалуйста. У меня есть одна идея. Сейчас мы вам микрофончик повесим. Вот так. Скажите что-нибудь. Раз, два, три. Игорь, как звук? Держите, пожалуйста. Настя, вы готовы? Да. Хорошо, начинаем. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Меня пытались убить. Так сложилось, что, к сожалению, местная полиция отказывается заводить дело без моего трупа. И моя последняя надежда — это средства массовой информации. Мы знаем имена тех, кто создал эту атмосферу страха и насилия, но не можем их назвать, ведь у нас нет доказательств, а свидетели молчат. Мы обращаемся к депутатам областного законодательного собрания, к областной прокуратуре с просьбой принять срочные меры, которые положат конец этому беспределу. Стоп. Снято. Я вам позвоню перед эфиром, хорошо? Спасибо, Анна. Передавайте привет Виктории. Да, спасибо. Передам. Спасибо вам. А сколько начало? Да вот сейчас. Буквально через несколько секунд. Только тебя снимали. Еще нескольких человек. Ну, впрямую, конечно, о вымогательстве не спрашивали, так задавали какие-то вопросы. Как живете, какие есть проблемы. Но уже изначально было видно, что народ боится и совершенно не хочет об этом говорить. Тихо, начинается уже. Добрый вечер. В эфире
наша программа правовой защиты. Сегодня у нас специальный репортаж на одном из промышленных предприятий области. Там возник конфликт из-за выплаты заработной платы. Как урегулировать подобные конфликты, разбирался наш корреспондент. Какие зарплаты? О чем вообще речь? Они нас кинули. Ну, я так и думал. Гады. Так, подождите. Алло. Борис, здравствуйте. Анастасия беспокоит. Дело в том, что мы вот прямо сейчас смотрели эфир и... Почему сняли? Хорошо, а Виктория что говорит? Ясно, до свидания. Сюжет сняли с эфира без объяснения причин. И что делать теперь? Настя! Настя! Слушайте, я уже просто не знаю, что с ними делать. Они творят, что хотят. Они ведь завтра опять приедут и будут ходить по домам. А мы никаким образом не можем защитить людей. Ну ладно. До завтра. Пока. Счастливо. Настя, тебе нельзя оставаться одной. Я тебя очень прошу. Она одна не останется. Ну, хорошо. Ты очень голодный. У меня просто ужина нет. Да нет, с этой нервотрепкой весь аппетит пропал. Тим. Что? Я просто хотел тебя почувствовать. Почувствовал? Да. Давай не будем усложнять. Разве это сложно? Мне да. Спокойной ночи. Приятного аппетита. Ну что, блудный зять, дома-то оно лучше. Пап, хватит, все. Иначе мы с Сережей уйдем вместе. Ну что, пошутить нельзя же. Марин, Толик поел? Первым поел, на улице играет. Как? А ты что не ешь? Ешь. Ой, кто это? Приятного аппетита. Что хотели? Сам же знаешь. Да весь поселок знает, что вы по домам ходите, народ пугаете. Ну, не страшные мы совсем. Не страшные. Еще один смелый. Ну что, давайте в дело. За акциями пришли. И догадливый. Ты куда, герой? Сбежал ваш защитник. Ну что, поговорим? Не будет у нас разговора. Встали, вышли отсюда. Быстро!
чтобы я вас здесь больше не видел. Инна, домой! Олег! Толя! Что там? Валим отсюда! Зацепил сволочь! Скорую вызывай! Сергей! Уйди! Давайте послушаем, подождите. Давайте сейчас послушаем, что он нам скажет. Так, кто первым произвел выстрел? Я. Я в воздух стрелял. Но они до этого не стреляли. Защищал семью свою. Приехали бандосы какие-то. Что это такое? Все, тихо, 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 тихо. Ладно, тихо. Понятно, к чему уклоните. Да, стрелял я первый, но они первое оружие достали. Ну, да. Вернее, один из них, который вот за рулем сидел. Угу. Потом все остальные. Ну, а что мне оставалось делать? Ждать, пока они нас застрелят или что? Что вам еще надо? Терроризировали. Что еще, какие вам женщины? Меня вот сына чуть не убили. Послушайте, вас не дождешься. А вам на все плевать. Товарищи, тихо, тихо, товарищи. Проедем в управление. Сейчас, Подождите, пусть здесь разбираются. Успокойтесь. Действительно, так будет лучше, если они поедут в управление и там поговорят. Марина. Правильно. Илья Егорович, Марина, успокойтесь, пожалуйста. Сереж. Поехали. Поехали, поехали, ладно. Ну, хорош, я сам пойду, вы что? Товарищи, успокойтесь. Мы во всем разберемся. Ну, а теперь все, давайте, расходитесь. Только писать умеете, а не разобраться. Разберутся, все выяснят. Да уж, они, пожалуй, разберутся. Народ так и не расходится. У нас все-таки до стрельбы дошло. Но этого следовало ожидать. И что, бухгалтер ваш попал в кого-то? Да подстрелили одного из этих бандюганов. Это плохо. Мигунов его посадит за превышение. Уж он-то постарается. Теперь от нас точно не отстанут. А что нам, вилами, что ли, отмахиваться? Нормально, у меня в багажнике помповая. У нас тут в каждом доме по ружью. А толку что? Нас будут резать, а мы не рыпайся. Ну, это смотря как народ разозлить. Тут сейчас такое может начаться. Я сегодня с утра уже написал. Я написывал сегодня. Нашли дорогу. Подождите. Что происходит? Опять они. Ну что, поговорим? Пустите его! 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 Пустите его!
Тихо, по одному. Невинных людей. Что случилось? Да что случилось? Еще раз, по одному. Тихо. Ты уже уходишь? Да. На работу? Нет, в клуб танцевать. Ну, конечно, на работу. Что с тобой? Грудь. Что грудь? Болит. Тим, тебя зашили. Тебе вкололи антибиотики. Вот там лежит обезболивающее. Врач мне сказал, что ничего серьезного с тобой не случилось. Он тебя полоснул только по ребру. А если не полоснули? Если бы между ребер зашел бы нож, а? И проткнул бы легкое, но наполнился Тим, водой. Тим! Знаешь, что я тебе скажу? У нас в деревне маленький мальчик Коля. Его полоснуло картечью. Он на второй день травмы уже бегал, как горный козел. А ты что? Что? Лоб. Может, ампулу возьмешь? Все, у меня много работы. Выздоравливай! Слышала, Сергея под подписку выпустили. Это хорошая новость. А кто следователь? Не Мигунов, другой. Ну, это еще лучше. А ты здесь как? Официально? Ну, Настя меня обратно взяла, но сначала был разговор. А, представляю. Не представляешь. Привет. Привет. Как Тимофей? Да, хорошо, уже ходит. Ты хотел поговорить? Пойдем. Проходи, садись. Я ненадолго. Мне просто опять звонили из агрохолдинга, из которого я сюда перешел. Да, я помню, папа говорил. Зовут обратно. И как ты, что думаешь по этому поводу? Ну, в общем, ты уже здесь вошла в курс дела, сама справишься. А там масштаб другой. И если ты меня не держишь, то я соглашусь. Да, конечно. Тебе же нужно расти выше. Да. Ладно. Мне нужно в прокуратуру. Давай вечером встретимся и все обсудим. Мне пора. Конечно. Сообщить, что в отношении майора Мигунова начато расследование. Пока служебное. Очень надеюсь, что дойдет до уголовного. Потому как, очевидно, точно он работал на Яцкого. Похоже на то. Мы работаем над этим. Ищем доказательства. А, товарищ прокурор, а что насчет самого Яцкого и его людей? Спасибо вашим работникам, они нам активно помогают. Дают свидетельские показания. Да. Это потому, что люди перестали бояться. Да, кстати, суд счел возможным арест Яцкого и его людей. Они уже в СИЗО. А можно еще один вопрос? Вы про вашего отца? Угу. Сегодня все указывает на то, что это не был несчастный случай. Его убили. Следствие располагает данными, что убили по приказу Яцкого. За несговорчивость. Мы сделаем все, что возможно, чтобы виновные понесли наказание. Спасибо вам. Ба, жалко, ты не видел, как я ему врезал. Сначала об стенку, потом как дал. Как дала бы? Ну ты чё полез-то, а? Ну а прибили бы. Да весь народ с ними дрался. А я чё, смотреть должен?
Ничего страшного, постоял бы в сторонке тихонечко, ничего бы не случилось. Ну, не тебя, ты бы кого-нибудь убил. Че, опять за решетку, что ли? Можно? Конечно. Ой, проходи. Здравствуйте. Здрасте. Как нога? Нормально, видишь, прыгаю вот. Я тут обед принесла. Ну, конечно. Мы же все тут без руки, приготовить никто не может. Ладно, сейчас тарелку еще принесу. Я так испугалась за тебя, что... Да ладно, ерунда. Не ерунда. Ты мой герой. Да, свезло тебе, конечно. Да, повезло так повезло. Какие дальше планы? В смысле? Ну, в город вернешься или у нас останешься? У вас-то у кого? Ты, что ли, предлагаешь? Я нет, что? Тебя есть кого приглашать? А Настя, не. Не сложилось, я от жены ушел. Да, как говорится, на свободу с чистой совестью. Понятно. Но нужно обмыть свободу. Да? Интересное предложение. Приглашаешь? Зайдешь? Ну, если ты приглашаешь, то зайду. Ну, я приглашаю. Ну, я зайду. Ну, ты зайди. Точно решил, что ты уезжаешь, да? Ну да. Я же говорил, что мне надо расти. Вообще-то это сказала я. А я? Ты сказал, что я без тебя обойдусь. Не обойдусь, а справлюсь. Ну да, справлюсь. Я боюсь. Я боюсь опять неправильно тебя понять. Вот скажи мне, пожалуйста, почему ты такой пугливый? Не знаю.